во взрослую жизнь с новыми планами. Несколько дней назад юная жительница Воскресенска Анжелика Бабкина отпраздновала совершеннолетие, а уже сегодня четко знает, как обустроит и сделает уютным свое гнездышко. Вот с этой стороны у меня будет стоять столик туалетный, рядышком будет тумбочка, а вот здесь будет большой серый диван. Именно диван, чтобы его можно было собрать и больше места было. И посередине будет белый пушистый коврик. Просторную, светлую квартиру со свежим ремонтом девушка получила в рамках губернаторской программы по предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей, в реализации которой городской округ Воскресенск занимает лидирующие позиции. Только в этом году запланировано обеспечить жильем 16 человек. 9 из них по жилищному сертификату. 7 квартир приобретены администрацией округа. Анжелике очень понравилось, она у нас будущий парикмахер, уже планирует выйти замуж, поэтому есть уже где жить, и это крайне важно. Поэтому это очень хорошая программа, но нам приятно, когда молодые люди живут уже в комфортных условиях и создают новые ячейки общества. Мы в этой программе будем дальше участвовать. Анжелика осталась без попечения родителей в 8-летнем возрасте. Воспитывалась в приемной семье Владимира Климова. Сейчас учится на парикмахера в Раменском колледже. Мечтает о собственной крепкой и дружной семье. И в этот радостный для девушки день, как обычно, рядом папа. Я очень рад за нее, конечно. Ну, а что касается там благодарности, то я скорее благодарен даже детям своим, потому что они мне предоставили возможность стать отцом. В планах у меня начать работать. Я хочу вообще барбершопером стать. Мне нравятся такие мужские стрижки. Вот. И в дальнейшем там, чтобы все было хорошо там. Позитивный настрой и мощная поддержка буквально окрыляют Анжелику и обязательно помогут реализовать все ее планы. Юлия Тиунова, Даниил Колпаков, новости Искровект.